англичанина мистера Бейли захватить монополию на воздух. Авантюрист Бейли вложил всю душу захватить монополию на всю сушу. Он скачивал и сжижал воздух, чтобы продавать его вошло в моду. Подземная лаборатория. Мы проникли на секретные территории. Подползли к самому гребню, смотрю вниз, наклонил голову и над пропастью повис. Зрелище меня изумило. Вид огромного грудного кратера сразил. Скатывал отшлифован, ни капли не выступал. Гладкая пологая воронка так выбрита. Глубоко внизу, в центре кратера, как нора. Огромного диаметра, идеально круглая дыра. Естественно, открытая, как в кратере.